да, там такой крем. Такой не трогаю, да. Интересно, глина. Кайот, вообще, ты старайся вообще. Его кто-то сделал, да? Человека, да? Когда я его починю. Надо ему сделать так, так, так. Парень заморался! Это же опасно! Хочу еще лайк сделать. Проверить тоже надо сделать. Они только утонули. Как, Тёма, ты так делаешь? Это же невозможно. Как вы так делаете? Это же сложно. Блин, еще круто. Как воск. Это как воск. Почти что как воск. А ты знаешь, как выглядит воск? Не знаю. Ну почему говорю, что это воск? Ну как воск? Как? Типа воск, да? Да, типа воск. И как же, типа... Пишите комментарии, хотите со слоем воска. Идите, а не уходите. Лучше сначала начинать с... Я лучше сделаю где-то... Где-то 50 слоев воска. И все. Лайк сделаю, чтобы лайк был. 100 слоев воска, может, 100 слоев глины на воск. Он такой. Кто хочет 100 слоев? Кто хочет 100 слоев глины, ставим на берег. Рекомендую! Кто хочет купить глину, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И пишите комментарии, и у меня есть хорошая новость. Я первый раз написал Сливки Шоу. Канал Сливки Шоу. Да, Сливки. 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 А Сливки любят Сливки. Если это видео смотрят Сливки, спасибо, Сливки. Ну, Сливки, Сливки, потому что его кот любит Сливки. Вот и назвали Сливки Шоу. Наверное. Он мне говорит. Он залипает. Как ты вообще это сделал? Я трудился. Нет, да, этот, какую-то куклу даже не могу сделать. Что ты делать хочешь? Куклу. Куклу-муклу. Эй, куклу-муклу. Или вы хотите глину, поставьте лайк перед этим видео. Наберите просмотры, подпишитесь. Напишите комментарии, какого цвета хотите. Хотите! И хотите. И какую и какую сумму? Сумму, в смысле, а. Ну сколько пачек, сколько? Или хочешь один? Да я понял. Эй, да я понял. Да я понял, да я понял. Эй, тупой! Эй, тупой! Тёма, ты вообще-то видео снимаешь? Я крутой! Я крутой! А! Я же всех габа! Кто вам надо это скачать? 3D-камеру, да, я же хотел скачать 3D. Камеру. Я тоже хочу человечка сделать. Давай ее расплющим. Не, не надо. Не, лучше делать ФНАФ. Ну, сделай ее Бонни. ФНАФ. Сделай Бонни. Сделай Бонни. Да, делаю Бонни. На тебе. А ты телефон сохранил. Вот, смотри. Человечек. Короче, это всем показывай, другим показывай. Вот, смотрите, он сохранил свою форму. Хей, патимейкер. Хей, Артемка хейтер. Хей, Артемка хейтер. Куда теперь положить, если пластинка грязная? Даже здесь. Знаю. Артемка, дай мне эту бумагу. Мне надо бумага. Блин, Артемка, ты никак потом... Позови Артемку папу. Привет. Артём, позови папу! Пэ-пэ!
ее вытащить? Как ее вытащить? Если папа не вытаскивай, пусть высохнет. Ну да, потом она все. А, хотя да, логично. Так. Хотя лучше, знаешь, этот сделать печку и туда. Ну, не печку. Тогда лучше печку сделать. У, печка из Майнкрафта, ей. Ну да, делай печку из Майнкрафта. Сделаем? Как я потом на подоконник положу-то? Папа, иди сюда! Принеси мне чистую бумагу. Папа, принеси мне нарисованную бумагу. Любую бумагу. Большую. Принеси мне любую бумагу, большую только. Папа! Ты можешь и пойти? Ты можешь идти, Дёма? Через 5 лет. Пока Дёмка ушёл, мы поговорим. О чём поговорим? Я не знаю, о чём поговорим. У меня тоже есть канал. Называется Magic Channel. Тут, конечно, не будет в описании, но... Ну, все, там заходите. Просто наберите Magic Channel. Там такой будет Стив Майнкрафта и Скрипера. Зайдите и... Там тоже есть Демьян. Холодно было. Положить? Нет, папа, как я потом положу? Подоконник. Да вообще тут грязно же. Да, грязно. Папа, помню. Все, я сделал свою куклу. Я сделал свою куклу. А где ты там, человечек? А что, где, что ты сделал со своей? Я туда положу. А что, ты не стал его делать? Нет. Не понравилось? Это выбросить. Не понравилось, что ли? Нет. Молодец. Зря деньги только тратишь, Дёма. Вот губкой хорошо мыть руки. Все, папа, я сделал своего. Губку возьми и мой. Ну не так уж не разбавлю. Дома, у тебя запись идет. Я знаю. Первый подарок. Папа, я все. Надо плавно по столу. Да. Движениями вперед и назад. Вызвать лишнюю воду. Не оставляя ни одних никаких разводов. Я на подоконник поставил. Тебе надо, знаешь что? А как ты его поставишь, он у тебя стоять не будет, а ноги нужны. Нормальные ноги надо сделать. Давай, не бойся, еще раз поможешь. Ладно. Ноги сделай такие, чтобы широкие были. Вот просто стул. Так, вернемся к записи. И надо будет, знаешь, вот так вот обвести вокруг. Да, надо потом его срезать. Да, чтобы он потом так засох. На. Сейчас будем дальше делать. Надо сначала такие часть. Надо сначала голову сделать, потом уже уши. И загладь тут получше. Да. Что это? Черенку. Поглубже глаза сделать. О! Вот типа запись идет, да? Так, немного еще вот так вот делать. Ну, похож на из этого. Знаешь, робот. Линии такого надо, вот когда ты гладишь на нее, да? Знаешь, такое, такого робота зовут
Подавали Звездных войн. Похож на такого. Только... Ну, потом я хочу золотым его открыть. Он похож на призрака. Папочка, чей мультика? Мне все больше всего призрака похож. Ты смотри, что ты наделал. Ты руки задлинил. Пускай будет так. А, он же призрак, да? Не слишком головой, у него как-то... А, тут будут, короче, мозги такие сломанные. Он призрак, пап. Призрак будет. Ну вот он не рассыпется. Блин, у меня так рука. Кстати, Артемка, что после школы пришел? Только что. Ну, минуту назад. Естественно, я же. Только что пришел и сразу уселся за это. Интересно же. Гончаров можно... Это видео надо на свой... Есть профессия гончар. Леплю Бонни из глины. Из ФНАФа. Бонни из глины. Наистарейшая профессия. Да, старейшая профессия на деле. Гончар. Реально? Да, вот. Блин, а как ты челюсть? Ладно, сначала голову надо делать. О, не, а, ну, пойдет. Ведь бумага отрежем кто-то. Тихо, надо аккуратнее быть. Слишком тяжелая работа. Зачем ты это делаешь? Ага, вообще надо. Тоже тема, да? Это же рот. Еще вот шрам такой. О, место для ушей. Ага, вот так вот, ну. Вот не нужно вышивать, рисовать. А ноги-то что, ты не доделаешь? Да я не хочу, может, это делать. А как там стоять-то будет все? Не знаю, подожди. Надо его что-то тут нарисовать. Я красным нарисую, когда высохнет. Уж тебе не жалко его так распахлосовывать-то? А? А что? Он и так у него, смотри, какая несчастная жизнь. Ты его еще распахлосовываешь. Это же призрак, он уже мертв. Ну, если он существует. Да, вот там такой, там иголки. Ой, ну голову не то, что я бы не только голову. Не, ну все-таки надо же ему как-то. Ну, блин, я не хочу. Орать руки не хочешь? Ну, у тебя уже, ну, блин, я не знаю. Я просто не знаю, как дальше делать. Все. О! Включай видео. Можно также оставить его на листе, да, бумаги. Ну, так некрасиво будет. Вот это все размазано. А, кровь тут... как будто, да? Кровь прям. Ну не знаю, ну абстрактно там тень, как будто там мрак падает в бездну. Ну можно. Всякие вечные. Но все равно я хочу его сделать, чтобы он стоял. Если вы впервые, поставьте лайк. С вами был Тёма Пашкин. Всем удачи, всем пока. И забудьте подпишитесь. Подписаться. Пока.